Еженедельное оперативное совещание глава Ленинского городского округа Алексей Спаски начал с поздравлений. С юбилеем председателя контрольно-счетной палаты Елены Егоровой и начальника отдела по социальным вопросам Галины Китаевой с назначением на новую должность. Затем слово предоставили директору единой дежурно-диспетчерской службы Вячеславу Прохорову. Было два аварийных отключения электроснабжения. Первого Ростовской части города Видное и Елены Лопатина был кабель поврежден. И третьего СМТ Булатникова. В медицинских учреждениях муниципалитета продолжается плановая диспансеризация. Сотрудники МЧС приступили к проверке образовательных заведений к новому учебному году. Проводится осмотр и приемка дворов совместно с Главным управлением содержания территорий Московской области. Представители служб городского хозяйства рассказали, как выполняется ремонт дорог. Завершились работы на улице Завидное. Ждем лабораторные испытания по приемке. Также произвели фрезеровку в улице Советская. Приступить к укладке асфальта пока не можем, ввиду погоды, условий, температурный режим не позволяет. На предыдущей неделе мы закончили первую волну ямочного ремонта на дворовых территориях и приступили к асфальтированию в рамках комплекса благоустройства дворовых территорий. По губернаторской программе «Мой подъезд» 11 подъездов в этом году уже отремонтировано, 12 еще предстоит. Муниципальные депутаты также провели масштабную работу. В конце недели на заседании Совета депутатов были внесены изменения в бюджет. Соответственно, Лариса Валентиновна полным рублем добавила практически по всем направлениям. И поэтому просьба к коллегам не сидеть. Вот, в частности, МФЦ, которая прозвучала, нужно провести конкурсные процедуры и осуществить работу. Продолжают депутаты встречаться и с семьями мобилизованных, продолжаются встречи на территории, обходы территории. И на этой неделе у нас состоится областная уже конференция партии «Единая Россия». Делегаты от нашего округа избраны и готовится очередной 11-й гуманитарный конвой к отправке. Сейчас округ активно готовится к предстоящему Дню России. На территории муниципалитета будут проведены 42 праздничные программы. Главной в Видном станет площадка у кинотеатра «Искра». Ну а с 9 июня на стадионе «Металлург» стартует чемпионат России по мотоболу. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.